Всем доброе утро. Ну что, друзья, февраль, судя по всему, принял эстафету от января. Утро такое пасмурное, хотя вроде бы... Нет, ветерок все-таки есть, смотрите, пальмы колышутся. Это я не ощущаю. Судя по всему, ночью был дождик. Небольшой, но все-таки был. На улице вроде бы тепло. Сейчас мы с вами проверим температуру воздуха, ну и потом традиционно отправимся посмотреть, как там море. Штормит или не штормит? Так, 9:37. О, да не может такого быть. Плюс 11 градусов. Ну. Здравствуй, Мио. Можно переходить на осеннюю куртку, я так думаю. Вот это в нашем понимании средняя зима. Я имею в виду такой температурный режимчик. Все, все на море. Ну вот мы и на пляже, ребят. Все так же пасмурно, ветерок, море слегка успокоилось, отошло вот, так сказать, на безопасную дистанцию. Пляж расширился опять и стало чуть-чуть лучше. В море, не знаю, видите вы или нет, но по идее должны видеть большое-большое судно, типа сухогруза какого-то такого вот, идет в сторону Сочи. Если бы не было ветра, если бы был шмель, то можно было бы к нему подлететь поближе, посмотреть, но... Все против нас сегодня с утреца. Не брал с собой шмеля. Чайки плавают на волнах. А волны никогда не перестанут. Будут маленькие. Хотя нет, бывало, что такое, что они прям вообще переставали существовать, можно сказать, был полнейший штиль. И такое тоже было. Море было чистое, прозрачное, но в этом году я таким его еще не видел. Чаечка летит. В общем, как-то так нынче на пляже, в санатории Лазаревская, хотел сказать. На пляже поселка Лазаревская. Люди гуляют, чуть-чуть побольше сегодня фотографируются, даже вон из Луганской Народной Республики приехали. Фотографировались на фоне, магнули девчонки. Ну, а голубей, как всегда, подкармливают. Все. Всем пока, всем до новых встреч. Вот такое вот утро в Лазаревском.